Здрасте. В эфире новостица. Еврокомитет планирует определиться с уровнем процентной ставки рефинансирования. Индекс Дона Джонса отыграл позиции после вчерашнего падения. Жестокий отчим сорвал шапку с ребенка. Хроника с места событий. Забегаю как-то к одному мужику. В душу. У него столько всего. И салтык, и накидка, и меркурий бог торговли на столе стоит. Упакован тля буду. Ну, мы дернули по капельке. Молчим, не молчится. Потом говорит, поехали к Толяну. Мы с ним как в 90-е расстались, так и... Адреса точного нет, уже стемнело. В багульнике кудяплы поют. А внутри зябка шевелится. Чч-чч, я руки поднимаю. Они чч-чч-чч-чч опускаю. Чч-чч-чч. И тут Толян прям перед нами вырос. Нарядный, в белом чупуне. Толян, братан! Мужик обнимает его, да ты трёт. Толян, скажи хоть слово! А Толян говорит, друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Я знаю, Сережу. Послушайте погост прогоды. На Владивостоке нашей страны ясно. Бухают. Находка в охотку. Чекдамын в половодье не просыхает. А Надырь в коллайдер. Столица нашей родины в Москву. Смотри в глаза. Я сказала в глаза. Я не Минздрав. Предупреждать не буду.